Не, ну это какой-то стёб. Словно репа, звёзды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Души корешу, хотела бы того. Весёлое время наступает, братова. И синий дождик поливал гастроном. Музыкант Селиванов удавился шарфом. Никто не... Не, ну я как бы я такое не могу слушать. Здесь опять же упор всегда идет на смысловую нагрузку. То есть тексты какие-то, а это все сразу пропусками ушей. То есть мне это неинтересно, какие-то мысли там чьи-то и так далее. То есть у меня в этом плане отношение такое, как бы... То есть я могу представить себе какого-то некого, не то что кумира, а некий персонаж, который заслуживает уважения, когда я вижу очевидный скилл, допустим, Котсон, да, сидит, и он поливает, и грехал там, и поливает все. Этого непонятно. Допустим, вот есть там некие тексты, там, условно, там, Летова или еще кого-то. То есть почему я должен им изначально поклоняться и, типа, там, как-то фанатеть, я не знаю, то есть что, как бы, что такого в этих текстах... Для меня непонятно. То есть я здесь не вижу как бы скилла. Когда я врубаю Давид Дипольда на барабанах, я вижу скилл, я понимаю, что это, моя разница. Поэтому вот так вот.